В ближайшие дни днем ожидается плюс 3,8, ночью плюс 3, минус 2. По предварительным метеосводкам тепло простоит до 25 октября. А вот затем придет похолодание. Дневная температура опустится до минус 5 градусов, а ночью будет уже хороший морозец, примерно минус 15. Осадков выпало немного, 4 миллиметра, это где-то 10% от месячной нормы. Мокрый снег и снег будет идти еще 2 дня, завтра-послезавтра, но он обязательно растает, так как днем ожидаются положительные температуры. В ближайшие дни днем ожидается плюс 3,8, ночью плюс 3, минус 2. По предварительным метеосводкам тепло простоит до 25 октября. А вот затем придет похолодание, дневная температура опустится до минус 5 градусов, а ночью будет уже хороший морозец, примерно минус 15.